heaven on earth. Библия говорит, что когда враг приходит как потоп, Дух Господень поднимет знамя против него. Нам станет не хуже, а лучше. Мы не опустимся, а поднимемся. Мне нужен верующий. Библия говорит, что все возможно верующему. Если мы молимся в согласии, то не будем верить тем, кто говорит «нет». Мы не будем пророками гибели. Мы пророчествуем о будущем этой страны. Говорим, что в ЮАР будет жизнь, в ЮАР будет надежда и пробуждение. Мы избавимся от бедности. Нас ждет экономическое пробуждение во имя Иисуса Христа. То, что задумывалось как зло, Бог обратит во благо. И это не случится благодаря могуществу или силе. Это случится благодаря Духу Святому. Мы не можем закрывать церкви, не можем убирать Бога из общества. Нам нужна церковь, нужна слава Божия, которая изменит людей. Эти люди должны нести перемены, облегчать боль и страдания и искоренять бедность, величайший вирус в Африке. Скажите аминь на это. Если вы верите, что Бог может излить свой дождь в сухом месте, то прославьте его так громко, как можете, во имя Иисуса. Аллилуйя! Божий дождь изольется сегодня на это место. Божий дождь изольется на вашу жизнь через телевидение. Я приветствую зрителей ТБН, One Gospel. Давайте поприветствуем наших телезрителей из Африки. Сотни тысяч, даже миллионы смотрят нас. Кроме того, мы выходим на Facebook, YouTube, CRC, онлайн и радиостанциях. Нас смотрят в исправительных учреждениях. Замбия, вот кто смотрит нас сегодня, и это чудо. Аминь. Слово Божие не удержать. Также нас смотрят в наших церквях в Блумфонтейне, Ледибрейне, Лондоне, Йоханнесбурге и других местах. Если сегодня вы оказались в сухом месте, если вы жаждете движения Божьего, вы там, где надо. Если вы устали от ковида, вы в нужном месте. Сегодняшний день мы завершим сегодня вечером. Если вы приходите в церковь лишь раз в воскресенье, разрушьте эту привычку и придите также сегодня вечером. Я верю, что Бог совершит нечто великое. На следующей неделе у нас будет Пятидесятница. Библия говорит, что когда враг приходит как потоп, Дух Господень поднимет знамя против него. Знаете, что Иисус вернется за церковью в победе. Не за церковью, которая будет прятаться, а за церковью, которая будет сильна в победе. Она будет держать все под контролем. Мы не будем прятаться и не будем киснуть. Мы будем церковью Иисуса. Пожалуйста, присаживайтесь одесную и открывайте свои Библии на Захарии 10 главе. Давайте посмотрим на Захарию. Мое послание сегодня звучит так. Просите у Господа дождя. А кто из вас верит, что это год божественного восстановления? Если верите, скажите аминь. Кто из вас верит, что Бог желает сделать нечто великое в вашей жизни? Кто из вас верит, что Бог восстанавливает? Кто из вас верит, что для Бога нет ничего невозможного? Не нужно сидеть и смотреть на меня, словно вы почти умерли. Вы не мертвы, не в могиле. Возможно, вы вышли из дремоты ковида. Вам нужно подготовиться к движению Божьему. Библия говорит в книге Захарии 10 главе 1 стихе. «Просите у Господа дождя во время благопотребное или во время позднего дождя.
Кто из вас знает, что мы живем в самые последние времена? Кто из вас верит, что перед возвращением Иисуса Христа будет величайшее движение Божие, какое только видел этот мир, потому что так сказал Бог? «Я Бог. Вся земля наполнится познанием славы Господней, как воды наполняют море. Верните меня на землю». Спасибо, аллилуйя. Я хочу сказать вам сегодня утром, что дождь будет. Дождь, который задумал Бог, будет, и никакой дьявол, никакой политик, никакой комитет, никакая религия не смогут остановить движение Божие. В книге Иоиля, 2 главе Библии говорит: «И вы, чадо Сиона, христиане, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, Он спас вас, благословил вас, сохранил вас, вы все еще живы, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний, дождь поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. Послушайте меня сегодня, нравится вам это или нет, но ваши лучшие дни еще впереди, лучшие дни церкви еще впереди». Дни великой славы впереди нас, дни великого восстановления еще впереди во имя Иисуса. Воскликните «Аминь» и послушайте, Бог дает дождь. А когда Бог дает дождь, то это не пара капель тут и там, это не пара молний тут и там. Нас ожидает ливень, нас зальет дождем. Это будет величайшее излияние, какое только видел этот мир. Если вы думаете, что сатане хватило сил, чтобы закрыть весь мир за 3 месяца ковида, то представьте себе, что Бог может сделать Духом Святым в следующие 3 месяца до возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Вам стоит приготовиться к движению Божьему. Будьте готовы к тому, что Бог сделает нечто великое в вашей жизни. Будьте готовы к тому, что Бог поставит все с ног на голову в вашей жизни. Я говорю пророчески сегодня. Если вы не привыкли кричать, то сегодня вам стоит воскликнуть. Сегодня в церкви не будет тихо. Бог пошлет ливни благословений. Мы должны ожидать этого и готовиться к этому. Просить об этом, как нам говорит Библия. Просите у Бога дождя во время позднего дождя. Когда придут эти ливни благословений, они уже идут. Тучи уже сгущаются. Это тучи благословений, тучи пробуждения, и они собираются во имя Иисуса. Ну что ж, Захария 4 глава 6 стих. «Не воинством и не силою, но духом моим». Этот дождь говорит о божественном вмешательстве в последние дни. Если вы до сих пор гадаете, живем ли мы в последние дни, то вам стоит открыть глаза и увидеть то, что происходит в Израиле и в мире. Время подходит к концу. Сейчас не время быть теплым, посредственным, отступником, обижаться на кого-то. Мы должны подготовиться к возвращению нашего Господа Иисуса Христа. Ливни благословений говорят о благосклонности и благословениях Божьих. Они придут к нам среди этой пандемии. Чем темнее тьма, тем ярче свет. Чем больше трудности, тем больше движение Божие. Чем больше невозможное, тем больше чудо, которое произойдет во имя Иисуса. Мы не верим в то, что говорит медиа. Мы не верим в то, что говорят пророки погибели. Они будут говорить о 3-й волне, 4-й, пока она не придет. Они не знают, какой силой обладают их слова. Они хотят 3-ю волну, а после 3-й волны они хотят 4-ю, а после 4-й они хотят 5-ю. Часто все это не подкрепляется научными доказательствами. Ноль. Простите, но у нас есть сотни докторов. Я не ведусь на эту ложь. А если вы до сих пор думаете, что в церквях небезопасно, то мне кажется, что мы перешли из места страха в место выбора.
Мы не боимся ходить в магазин, не боимся садиться в такси, мы не боимся сесть в самолет, не боимся пойти в ресторан, не боимся ходить к друзьям и родным, но мы боимся пойти в церковь. Это проблема, ведь это признак теплого сердца. Мы не спешим возвращаться во дворы Божии. Мы проповедуем миллионам людей через телевидение. Мы только что подписали договор с самой большой телесетью в Индии. Каждую неделю нас будут показывать в миллионах домов, а также в Пакистане. Мы благодарны Богу за то, что Он дал нам невероятное влияние в это время. Познание Божьей славы будет расти. И когда одна дверь закрывается, Бог открывает другую дверь. Мы будем проповедовать Евангелие всему творению. Я хочу сказать, что перед возвращением Господа Иисуса мы увидим величайшее движение Божие. Мы увидим, как блудные дети вернутся, как отступившие придут. Но мы должны быть церковью, которая готова к движению Божьему во имя Иисуса. Я скажу еще раз, Он возвращается за победоносной церковью, не за запуганной церковью, которая прячется. Он вернется за церковью, которая будет расти и влиять во имя Иисуса. Он сказал, «Я создам церковь свою, и ковид или врата ада не одолеют ее. Скажите аминь, если вы верите и любите Иисуса, и воздайте Ему хвалу. Аллилуйя!» В четверг я подготовил учение. Если вы любите учение, то можете посмотреть. В воскресенье я меняю атмосферу. Я знаю, что я делаю. Я жду пробуждения. Мне нужно менять температуру. Мне нужно, чтобы вы проснулись. А это означает, что мне нужно встряхнуть вас и разбудить. Двери закрыты. Вам не выключить меня, как это можно сделать дома на телевизоре. Послушайте, я пророчествую вам, этот дождь принесет благословение, этот дождь принесет новую жизнь, он принесет рост и величайший урожай, какой только видел этот мир, он принесет плоды. Если у вас были проблемы с беременностью, вы забеременеете от своего мужа. Ваш ребенок родится. Если у вас были проблемы в бизнесе, вы начнете процветать, когда будете искать Бога во имя Иисуса. Если вам не нравятся радостные новости, заткните уши. Этот дождь принесет прирост. Этот дождь принесет обновление. Этот дождь принесет исцеление. Этот дождь принесет божественное восстановление. Этот дождь не оставит вас там, где найдет. Этот дождь изменит вас, переделает вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Если вы проходите через сухое время, это слово для вас. И это 67-й псалом. Земля тряслась, даже небеса таяли, или давали дождь от лица Божия. Когда Бог придет, начнутся потрясения. Когда вернется Иисус, как говорит Библия, каждый глаз увидит Иисуса. Он вернется вскоре. CNN будет вещать возвращение Иисуса. Библия говорит, что эти люди будут знать. Насмешники поймут, что дни их власти закончились, потому что наш Господь и Царь вернется. Он будет управлять землей на протяжении тысяч лет. Церковь будет Его правительством, церковь будет Его властью. Этим насмешникам придется прийти в церковь, чтобы их наставили, так говорит наша Библия. Итак, великие дни славы. Я говорю, великие дни славы. Не имеет значения, с каким ужасом вы сталкиваетесь. Ливни придут, тучи сгустятся, тучи благословений. Тучи пробуждения и благосклонности. Библия говорит, что Синай поколебался. Синай — это место, где Бог дал закон. Даже мертвое поколеблется, когда придет Бог. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое. И когда оно изнемогало от труда, сегодня много изможденных людей. Многие люди устали от ковида.
Я постоянно консультирую людей. Люди начинают делать то, чего не делали никогда, или чем занимались 20 лет назад. Люди измождены эмоционально, духовно, психически и телесно. Но это изменится, потому что Бог идет к нам. Аллилуйя! Я говорю, небеса движутся к нам. Бог будет использовать этот климат страха и негатива, чтобы принести величайшее пробуждение, какое только видел этот мир, во имя Иисуса. Здания вроде нашего станут маленькими. Когда придет этот дождь, ваша пустынная земля зацветет. Ваши бесплодные земли принесут много плода. Многие вещи вашей жизни оживут. Ожесточенные сердца смягчатся, цепи будут разрушены, реки снова потекут, а жизнь начнет процветать. Исайя, 43 глава, 18 стих. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, реки благословений, скажите это во имя Иисуса. Вы потеряли свою работу, но вы получите новую. Вы потеряли свое здоровье, но ваше здоровье вернется. Вы потеряли здравость ума, но... ум вернется к вам. Вы пытались преодолеть это препятствие, но не могли. Бог разрушит это препятствие. Во имя Иисуса всякое иго будет разрушено, и всякое бремя будет убрано Господом. Приготовьтесь к движению Божьему в своей жизни, в своей церкви, в своей семье, потому что Бог изольет свой Дух Святой так, как этот мир не видел никогда. Возможно, Иисус вернется, пока мы еще будем. Будем живы, я не знаю. Вы сомневаетесь в том, что это последние дни? Брат, это были последние дни 2000 лет тому назад, так что мы живем во время пророческого исполнения. Библия ясно говорит, что во время возвращения Христа то, что является нормальным, будут считать ненормальным. Люди смотрят сейчас на разнополые браки как на нечто ненормальное. Я видел, что в ЮАР хотят принять закон о полигамии. Да? Если я хочу 10 жен, извольте. Вам зачем? Из-за своей эгоистичной похоти, так ведь, да? Женщины также смогут вступать в брак со многими мужчинами. А когда вы забеременеете, то кто отец? Вы замужем за тремя. Кто отец? Кто биологический отец? Биология больше не важна. Мы можем сами решать, кто мы. Если завтра я захочу быть девушкой, я девушка. Вы не можете сказать мне иначе. Это мое право. Да нет, это не твое право. Это просто глупость. Ты либо парень, либо девушка. Ты либо мужского, либо женского пола. Твоя биология определяет это. Иногда у меня бывают проблемы с эстрогеном. А ведь я зрелый мужчина. А это не означает, что однажды я решу, что я девушка. Кто понимает, что я имею в виду? Не нужно убегать из-за этого. Мы приветствуем всех. Бог любит вас таким, как вы есть. Но зачем бросать вызов всему, что мы верим согласно Библии? Они нарушают наши права, а мы просто принимаем это. И так с большинством. А знаете почему? Потому что Библия говорит, что так и будет. Люди перестают принимать норму нормой. Сейчас, в школе, мальчик может решить, что он хочет мыться в душе с девочками. Если будешь мыться с моей внучкой, я отрежу тебе кое-что. Я не шучу. Ты не зайдешь в женский туалет, не в моем мире. А, сегодня я чувствую себя девочкой, поэтому пойду купаться в душе с девочками. Ой-ой-ой, это признак времен. Сказано, что как в дни Содома и Гоморры, так же и в последние дни. Люди, которые верят в Библию, спорят о том, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину. Я слышал такое. А как бы человеческая раса существовала без мужчины и женщины? Двое мужчин не могут создать ребенка.
как и две женщины, вам нужен биологический мужчина. Вам нужна биологическая женщина. Вы не аплодируете, потому что вы как-то в замешательстве. Вы повелись на ложь. Мы не говорим о людях, у которых есть проблемы с определенными вещами, или о людях, которые родились с органами обоих полов. Я не об этом говорю. Это тяжело. Люди действительно страдают. Мы проявляем сострадание и помогаем, как можем. Но если вы завтра решите... что вы, к примеру, девушка. Или не говорите своему ребенку до 4 лет, мальчик он или девочка, и позволяете ему самому решать. Вы все знаете, что эти законы пытаются принять сейчас, а мы сидим и молчим. Не говорите мне, что вы христианин, а культура выше христианства. Нет, пастор, я буду жить по Ветхому Завету. У меня будет одна жена и одна наложница. Нетушки, такое не пройдет. Что вы будете делать с тремя мужами? Да уж, очень актуальные вопросы. Они хотят принять закон в ЮАР, а церковь молчит. Вот что сделал ковид. Он нейтрализовал ваш голос. Он мешает нам быть светом, потому что мы боимся чего? Боимся умереть. А почему? Почему вообще вы боитесь умереть? Скажите, почему? Выйти из тела значит водвориться у Господа. Почему вы боитесь смерти? Для верующего ее нет. А вы хотите сохранить свою жизнь за счет вечности? Посмотрим книгу Агея. 2 глава, 6 по 9 стих. Библия говорит: «Ибо так говорит Господь Саваоф». Еще раз, и это будет вскоре. «Я поколеблю, потрясу не только море, но и сушу, и потрясу все народы». И именно тогда придет желаемый всеми народами, «и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф. Это дни великих благословений. Итак, еще раз, Библия говорит: «Поколеблю, скажите со мною». Скажите: «Поколеблю». Все в Блумфонтейне и даже на балконе давайте кричите: «Я поколеблю». Люди боятся. Но это время для того, чтобы покупать, чтобы расширяться, чтобы мыслить масштабно, чтобы молиться молитвой Иависа, чтобы говорить: «Боже, благослови меня, дай мне землю». Люди хотят убежать. Это время для того, чтобы взять свое во имя Иисуса Христа, потому что вы дитя Божие. Он говорит: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф». Бог говорит, что слава последнего храма или дома будет больше прежнего. Мы знаем, что дом говорит о Божьей церкви, Божьем царстве. Но вы — часть Божьей церкви и Его царства. А это значит, что ваши лучшие дни впереди. Продолжение вашей жизни будет лучшей частью жизни во имя Иисуса. Ваши поздние дни будут лучше прежнего. Не имеет значения, что сатана украл у вас. Бог восстанавливает, чинит, строит, прокладывает путь. Бог не бросит вас в это время. Господь сделает что-то для вас. Все будут в восторге от того, что совершит Господь в вашей жизни во имя Иисуса. Не могуществом и не силой, но Духом Святым. Бог благословит вас там, где вы находитесь. Бог благословит вас в пустыне. Бог приведет к вам реки во времена смерти, тьмы и отчаяния. Бог будет двигаться. Нет такого беса, который может изменить то, что Бог собирается сделать в вашей жизни. Он превратит вас и
из пастуха в царя в одно мгновение. Во имя Иисуса Он переведет вас из тюрьмы во дворец в одно мгновение, потому что Сам Бог сказал: «Ты будешь главой, а не хвостом». Бог не оставил своих детей. Бог с нами. Он за нас. Бог поднимет нас. Бог благословит свою церковь дождем. Его дождь будет говорить о благословениях и силе во имя Иисуса Христа. Великая слава сойдет на церковь и Божий народ. Если вы верите в это сегодня, то воскликните «Аминь» и прославьте Его во имя Иисуса. Ведь Бог обещал дождь, но мы должны просить о Нем. Захария говорит: «Просите у Господа дождя во время позднего дождя, не молчите». Не будьте циниками. Просите о большем, просите. Когда вы попадете на небо, Бог не скажет вам: «Вот это да! Ты понимаешь, что у вас был ковид, а ты просил о многом? У нас тут были проблемы на небе. Мы не могли разобраться со всем этим». Вы думаете, что Бог скажет такое, да? Вы думаете, что у Бога закончились ответы? Вы думаете, что Бог и ангелы связаны тем, что предсказывают люди? А вот почему я больше не смотрю новости. Я не слушаю политиков. Я молюсь за них, но не слушаю их. Они не пророки Божии. Мы должны поговорить об Индии. Зачем говорить о худшем сценарии в мире? Почему мы не говорим об Австралии? Нигерии, Танзании, Новой Зеландии, о странах, где нет распространения. Почему мы говорим о худшем? А знаете почему? Мы хотим посеять страх. Вот что делает сатана. Он говорит о худшем сценарии. Зачем выбирать Индию из всех стран мира, чтобы сказать людям: «О, Индия, Индия». Каждый раз, когда политик открывает рот, он говорит об Индии. Зачем говорить об Индии, а не о США, где все нормально? Говорите о европейских странах, где все в норме. Зачем говорить о худшем сценарии? Можете сказать мне, зачем? Моя мать сказала: «Не говори «а», словно козел». «А»? Та маска, которую вы носите, не полезна для вас. Я знаю, что люди будут ненавидеть меня за то, что я сказал это, но она приносит намного больше вреда, чем пользы. «А»? Помню, мама учила меня: «Не говори вот такое «а». Вы постоянно вдыхаете маленькие частички. Маска уничтожает вашу иммунную систему. Это научный факт. Единственный случай, когда маска нужна, это когда у вас ковид и вы чихаете. Тогда вирус не улетит никуда, но эта маска не помешает вирусу попасть в вас. Это очень маленький вирус. В самом начале нам говорили: не говорите ничего, что противоречит заявлениям ВОЗ. Не говорите ничего. В наше время ВОЗ стал Богом. Спасибо, что кто-то похлопал. Все здравомыслящие ученые должны молчать, но Бог будет двигаться. Я говорю: Бог будет двигаться. Бог будет двигаться без одобрения ученых. Бог будет двигаться. Он потрясет землю. Он благословит свой народ. Бог сохранит свой народ. Он защитит свой народ. Бог даст вам благосклонность силой Духа Святого, потому что вы не можете сказать дождю, куда ему падать, а куда не падать. Когда Бог говорит, что пойдет дождь, верьте, дождь пойдет. Нет крыши, которая сможет остановить его. Нет здания, которое может остановить его. Нет политика, который может остановить его. Это дождь, который проникает не через обычные вещи, а через духовные. Это дождь, который коснется вашего сердца и сердец людей. Он изменит все. Он сделает так, чтобы все расцвело во имя Иисуса. И как этот бес пришел, так он и уйдет.
Я скажу еще раз, как этот бес пришел, так он и уйдет во имя Иисуса. Это дни великой славы. Можете не сомневаться, во имя Иисуса Бог говорит, чтобы мы просили дождя, молились о великом, а не о малом. О, я боюсь, боюсь! А вы не бойтесь и не бойтесь. Чего вы боитесь? Не бойтесь. Вы уже долго боялись. Год назад боялись. Теперь чего боитесь? Что если нам опять скажут, чтобы мы боялись? Вы что, будете опять бояться? Вам каждый день говорят бояться из-за Индии, между прочим. Но я вижу, что происходит в других местах, и говорю... Нет, я вообще-то не живу в Индии. Я даже не знаю, правдивы ли те факты, что они говорят об Индии. Возможно, но это я. Это не так, говорит Господь. У меня есть мозг, который работает, который задает вопросы, который анализирует, а не просто верит всему, что говорят репортеры. Людям это не нравится. Просто заткнись и сядь. Нет, с меня этого хватит. Спасибочки. Я не говорю, что пандемия нереальна, но туберкулез также реален, ВИЧ также реален. В Европе заявили, что за последний год не умерло больше людей, чем в среднем за последние 10 лет. И что вы на это скажете? Никто не хочет верить в то, во что верим мы. Facebook может снова заблокировать меня, но Facebook не Бог. Я ожидаю пробуждения. Я ожидаю движения Божьего. Я ожидаю излияния Духа Святого. Я ожидаю, что стадионы наполнятся людьми, которые поклоняются Господу. Те, кто поклоняются Иисусу Христу. Я ожидаю ливни благословений во имя Иисуса. Я ожидаю, что мертвые воскреснут. Я ожидаю, что мертвые глаза откроются. Я ожидаю, что глухие услышат. Я ожидаю, что все изменится благодаря силе Духа Святого во имя Иисуса. Я устал уставать во имя Иисуса. Аминь. Когда я прихожу во дворы Божьи, Он не говорит мне «сядь и замолчи». Нет, нигде. И Бог не говорил мне бояться. А когда я смотрю на людей, то вижу, что они ничего не боятся, кроме церкви. Ведь они говорят, что то, что случилось в Индии, связано с неверным распространением. Распространением на религиозных праздниках, но никто не подтверждал этого. Это просто заявление. Я сказал нашему правительству, у вас нет научных доказательств этому, хватит об этом говорить, вы разрушаете дела Божьи, вы разрушаете людей духовно и эмоционально. Не ожидайте, что я буду стоять здесь тихо, пока враг атакует церковь нашего Господа. И людям тяжело из-за того, что Церковь Иисуса Христа закрыта. Вы не были созданы для того, чтобы сидеть в одиночестве и сосать палец, или пить кофе, пока слушаете мою проповедь, менять подгузники ребенку, пока я проповедую, готовить завтрак, пока я проповедую. Что это за христианство такое? Вы стали очень теплыми. Один человек сказал мне недавно, мы не приходим в церковь, потому что нам нравится новый путь. Я спросил, что за новый путь? Путь теплоты, что ли? Мы записываем тебя и смотрим, когда можем. Нам нравятся твои служения. Это не то. Вы не можете вписать Бога в свою программу, в свое расписание. Когда вы жаждете Бога, то приходите в Его дворы, одеваетесь, собираете детей, готовите сердце и приходите во дворы Божии, взывая к Богу о дожде во время позднего дождя. Скажите «Аминь» во имя Иисуса Христа. Если у вас нет жажды, вам конец. Но мне нужно заканчивать, а вы прославьте Бога.
Второй Псалом, 8 стих, Библия говорит: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Мы просим. Сейчас для нас открываются возможности в Китае, в Индии, в России будет огромная конференция в 2022 году, где я буду проповедовать, и я рад этому. Аминь. Русским почему-то нравятся мои проповеди. Для них они не слишком сильны. Очевидно, что им не хочется маленького, нежненького Иисуса, потому что они достаточно долго страдали от коммунизма. Им нужна сила. Кроме того, в следующем году я буду еще и в Индии. Вот так совпало. Они готовят мероприятие, на котором будет от 500 тысяч до миллиона человек. Я хочу сказать вам, мы не будем сидеть здесь и бояться. Итак, первая книга Паралипоменон, 4 глава, 9 стих. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спослал ему, чего он просил. Бог не сказал ему: Эгоист, у тебя и так достаточно». Он искал кого-то, кто был достаточно смел, чтобы попросить. Бог говорит: «Просите, благослови меня, Боже, благослови мою семью, благослови мое тело, благослови мой бизнес, благослови мое служение, моих детей, мое будущее, благослови меня, Отче, пошли дождь, Отче, вознесите свои руки к Богу». Вы замолчали? Настало время захватывать территорию. Реактивируйте свою веру. Будьте смелыми в своих просьбах. Вот чего желает Бог. Я не спрашиваю, какова ваша ситуация. Я спрашиваю, что Бог говорит вам пророчески. «Попроси меня благословить тебя, когда я буду изливать свои благословения». Не так? Ну, я не думаю, что Бог хочет благословлять всех. А зачем же он тогда благословил тебя? Чаще всего именно человек, у которого есть много, говорит: «Я не считаю, что все должны быть благословлены». Тогда отдай все свои благословения другим, которые взывают о благословении. Не будь лицемером. У тебя есть и дом, и машина, есть все, а ты говоришь: «Дело не в деньгах». Ну тогда отдай все свои деньги. Для бедного все дело в деньгах. Для безработного также. Хватит думать о себе и молиться: «Боже, благослови нашу экономику, благослови ЮАР и Африку, благослови нас с новыми возможностями». Излей свой дух, Отче. Мы хотим видеть движение Божие, которое принесет примирение, исцеление и восстановление всему миру. Можете сказать «Аминь» во имя Иисуса. Хочу обратиться к нашим зрителям. Бог любит вас. Восстановление начинается с того, что мы отдаем себя Иисусу. Не злитесь на меня, потому что я призываю вас вернуться в церковь. Знаю, что некоторым из вас некуда возвращаться, но если есть церковь, и она открыта, то идите туда. А если закрыта, то приходите к нам. Не ждите, пока ваша церковь откроется через год. Я бы не следовал за пастырем, чьи служения прекратились сейчас. Не следовал бы. Я бы пошел в церковь, где люди хотят поклоняться Богу, потому что я поклонник и хочу поклоняться Богу во имя Иисуса Христа. Но все начинается с того, что вы говорите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе, я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо, что любишь меня таким, как есть во имя Иисуса». Приходите в церковь, давайте благословим их.